27 января 1944 года. 950-й день войны. Сегодня полностью снята блокада Ленинграда. Наступление развернулось от Копорского залива до озера Ильмень. Войска заняли Гатчину, Тосно и подошли к Любани и Чудово, открыв путь к Луге и Нарве. К исходу дня соединения Ленинградского и Волховского фронтов отбросили гитлеровцев от Ленинграда на 100 километров. В этот же день в ставке фюрера происходит совещание с участием командующих группами армий. Гитлер резко отказывает командующему Северной группы армии генералу Кюхлеру в его просьбе отвести войска группы за реку Лугу к Пскову и за Чудское озеро. С фельдмаршалом же Манштейном у него происходит просто резкое столкновение, ибо в тот момент, когда Гитлер позволил себе упрекнуть высший генералитет в трусости, Манштейн резко оборвал его, после чего фюреру пришлось просто прекратить собственную речь. Через час у них произошло жесткое объяснение с глазу на глаз. С этого момента судьба Манштейна как командующего группой армии была уже предрешена. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время более 700 тысяч человек умерли от голода. 17 тысяч погибло во время артобстрелов. Полностью разрушено свыше 3000 зданий. Уничтожены и повреждены сотни памятников истории и культуры. Разрушены архитектурные ансамбли пригородов Ленинграда. Павловск, Петергоф, Пушкин, Стрельна. Вечером в Ленинграде дан праздничный салют в честь полного снятия блокады. Из 324 орудий было выпущено 24 залпа. Салют транслировался по радио на всю страну.